В Гомеле завершается строительство крупнейшего в стране надувного футбольного манежа. Это совместный проект УЕФА и Белорусской Федерации футбола. Конструкция представляет собой воздухоопорное сооружение. Над полем с искусственным покрытием вырос белый купол мембраны высотой 7-этажный дом и весом 20 тонн. Внутри идет монтаж трибун на 500 посадочных мест, раздевалок, система освещения и пожарной сигнализации. Сам купол, кстати, хорошо пропускает дневной свет, поэтому в солнечную погоду под крышей довольно светло. Отапливать комплекс будут специальным газовым оборудованием. Конечно же, во-первых, это подготовка профессиональных футболистов в осенне-весенний период. То есть это можно сэкономить и бюджетные средства, и средства спонсорские клуба для того, чтобы не выезжать куда-либо за пределы Республики Беларусь на учебно-тренировочные сборы, а проводить эти сборы здесь. Здесь будут проходить и международные соревнования. На первый турнир в январе приедут спортсмены со всей Беларуси, России и Украины. Проект реализуется по поручению главы государства. Крытые футбольные манежи уже есть в Минске, Бресте и Гродно.